миску выкладываем отцеженный нут из консервной банки и также отцеженный тунец из консервной банки. Огурец нарезаем такими кусочками, как вам нравится. И добавляем в миску. Затем нарезаем помидор. И также отправляем в миску. Затем мелко нарезаем зеленый лук. Отправляем его к остальным ингредиентам. И последним нарезаем петрушку. Заправка к салату очень простая – лимонный сок и оливковое масло. Добавляем к салату перец, соль, заправку и все тщательно перемешиваем. Затем отставляем в сторону немного настояться. И на этом все. Наш быстрый и полезный салат готов. Попробуйте и вы, может быть, и вам понравится. Приятного аппетита!